Последние данные о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы Щелковской областной больницы, за неделю в городском округе полностью прошли вакцинацию более 900 человек. В городском округе Щелково на сегодня количество вакцинируемых достигло 10 800 человек. Закончили вакцинацию и первым, и вторым компонентом вакцины «Спутник Ви» 6400 человек. Хочу обратить ваше внимание на то, что в торговом центре «Глобус» можно провести вакцину-профилактику как первым, так и вторым компонентом вакцины по субботам с 9 до 14 часов без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. 27 марта будут открыты дополнительные пункты вакцинации в микрорайоне Богородский, дом 10, корпус 1, и в Огудневской амбулатории, улица Школьная, дом 2. Сделать прививку можно будет с 10 до 15 часов. Заболевший COVID-19 в городском округе регистрируется каждый день, поэтому врачи рекомендуют соблюдать масочный режим. На сегодня в городском округе Щелково под наблюдением состоит 645 пациентов. Из них 263 с подтвержденным диагнозом COVID. 12 детей у нас состоит под наблюдением, все они амбулаторно наблюдаются. Несомненно, заболеваемость COVID идет на спад, но хочется напомнить и обратить ваше внимание на то, что масочный режим соблюдать необходимо.